Заместитель акима Жамбылской области обратился к гражданам и напомнил, что принимающие лица с казахстанской стороны обязаны уведомлять о прибытии иностранцев. Также он рассказал о правилах пребывания иностранцев. Согласно правилам въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, физические и юридические лица, которые принимают иностранных граждан, обязаны уведомить органы внутренних дел о пребывающих у себя иммигрантах. Данное уведомление обязательно подается в течение 3 рабочих дней со дня прибытия иностранного гражданина. Заместитель акима Жамбылской области рассказал, что количество граждан Российской Федерации, покинувших территорию области, превысило количество тех, кто прибыл в регион. В Казахстан въехало 98 тысяч граждан России, выехало 64 тысячи. Касательно нашей области, за период с 25 по 27 сентября число россиян, прибывших в нашу область по различным вопросам, составило 3226 человек. Стоит отметить, что уведомление о прибытии иностранца принимающая сторона может подать 3 способами. Напрямую через электронный визово-миграционный портал по адресу vmp.gov.kz или через e-gov.kz. Подать непосредственно в отделах и отделениях миграционной службы органов внутренних дел по своему району. И третий, самый легкий способ – это скачать в App Store или Play Market приложение «Еконак». Уведомление подается буквально в 2 шага. У нас скоплений, как и граждан нашей республики, так и иностранцев, то есть прибывающих в нашу республику, не имеется. В среднем в день по формированию ИН у нас принимается до 100 заявлений. Иностранным гостям следует сообщать свои паспортные данные принимающей стороне и соблюдать законодательство Республики Казахстан. Ринат Рахматуллин, Азат Байтимиров, Жамбыл Ньюс.